Приветствую вас, друзья. Я в эфире, пишут. Сейчас мы посмотрим, в эфире я или нет. Я в эфире, да, правда. Задержка будет секунд 10-15. Ждем людей. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. В интернет-бизнесе я с 2013 года. Сейчас ждем людей. Я вам расскажу, что у нас целый месяц шла акция по розыгрышу смартфона и что для этого нужно делать. Всех приветствую, кто присоединился. Сейчас я ссылочку на нашу трансляцию скину в чат и буду вам рассказывать. Так, вот у нас чат. Потому что работа командная и надо делиться трансляциями. Рассказываю, что мой доход в проекте Whole World перевалил уже за 210 тысяч долларов. Проект называется Whole World всем миром. Маркетинг я рассказывать не буду и доказывать, что это лохотрон или не лохотрон, я тоже доказывать не буду, потому что за 6 лет успешной работы нам уже некому и нечего ничего доказывать. Спасибо за ваши репосты. Вот здесь моя ссылка, вот здесь как работает проект, то есть не надо нам просто зарегистрировались, либо за 5 долларов активировали кабинет и все, сидят, ждут денег. Досмотрите вот эти 6 минут до конца, откуда берутся деньги, то, что вы вложите 5 долларов, активируете кабинет, ничего вам падать не будет. 105 долларов, 5 долларов активация кабинета, 100 долларов оказание помощи, только так. Куда распределяются деньги? Здесь тоже все подробно рассказано. Дальше. Мой личный кабинет. Мой доход составил вот 210 тысяч долларов. Вот внизу. На благотворительность ушло более 100 тысяч долларов. Дальше. Вот на депозите у меня еще 100 долларов. Их можно вывести, в течение 3 дня они приходят на единый кошелек, с единого кошелька можно выводить куда угодно. 100 долларов я заработала, это мне был бонус. Бонус за топ-10. Или я их не вывела в прошлом месяце, я уже не помню. Насчет топа-10. Смотрите, у меня методика «Приглашай, не приглашая». Работает она на ура. Люди сами присоединяются в нашу команду. А как она работает, вот смотрите, результат налицо. Вот 15 человек я пригласила за 30 дней. То есть 15 человек это лично оплатили по моей ссылке. Я никого не звала, прошу заметить. Люди сами присоединялись в мою команду. Сами просили и спрашивали, как я могу зарегистрироваться в вашей команде. Люди сами к нам идут, потому что мы помогаем всем до 7 уровня. Практически 24 часа в сутки. Также у нас создан командный чат, где мы все друг другу помогаем. Переводы приходят вот на почту, финансовая помощь. Вот, здравствуйте, вам поступил перевод. Сегодня еще на сумму 10 долларов. Это сегодня. Вот. Вчера 29, 29, 28, 27, 26. Каждый день мне приходят переводы по 5, 10 и 15 долларов. Вообще в презентации сказано, достаточно пригласить всего 5 человек, и вы станете миллионером. Я приглашаю в месяц по 15 человек. Вот посчитайте, сколько я получаю. Вот мой единый кошелек. Вот мне сегодня 30 сентября, мне еще поступило 10 долларов, еще у меня человек личный оплатил. Вот еще 3 доллара получаем. И когда кто-то покупает бизнес-автомат, нам идут бонусы, что тоже очень приятно. Вот сумма 5 долларов. Я получаю от людей, даже которых не знаю. Так работает система Whole World всем миром. Вот 29, 28, 28, 28, 28, по 5 долларов. Это все вот каждый день. Вот 15 долларов умножайте на 60, вот же сколько это? 900 рублей у вас в кармане. А таких переводов приходит очень-очень много. По поводу розыгрыша расскажу. У нас
проходит сейчас розыгрыш. И сегодня, то есть завтра до 19 часов, последний день. Вот у нас группа. Вы можете увидеть репост с этой группы. Условия таковы. У меня уже целый список, кто выполнил условия. Для этого надо было по моей либо по Бориса ссылке зарегистрироваться здесь. Сейчас я покажу полностью пост. Вот условия. Либо по моей ссылке, либо по Бориса ссылке. Далее сделать репост. Репостов сделали 88 человек, но не все из них благотворители. То есть, как всегда, очень много халявщиков, которые думают, сейчас им смартфон просто так вышлют. Выполнили условия человек, наверное, 25. Даже можно их сейчас посмотреть. Кто в период с 1 по 30 сентября оказал финансовую помощь по нашим ссылкам, либо в моей команде до 7 уровня оказали финансовую помощь, а те люди, которые уже были в моей команде раньше, оказали годовую финансовую помощь, они тоже будут принимать участие. Вот смотрим. Вот Гузель сделала репост, поставила свою ссылку. Сейчас мы заходим на ее страницу. Розыгрыш будет путем приложения Random App. То есть мы от этого зависеть не будем. Приложение само выбирает победителя. Победителей будет три. Первое место получит смартфон, второе место 500 рублей, третье место 300 рублей. И смотрим. Запись закреплена. И обязательно вот здесь вот надо в комментарии. Комментарии должны быть у вас открыты. Сделать скриншот из раздела «Центр управления». Мы видим, что месяц сентябрь и до 2018 года. То есть этот человек может участвовать в конкурсе и, возможно, победит. А сейчас посмотрим, может быть, кто-то неправильно сделал. То есть шансы есть у всех. Тут не 1000 человек, тут не 100 человек. Из 20 каждый может выиграть смартфон. Вот Саша Макаров тоже в нашей команде. Ну, я у него уже проверяла. Вот Илья. Михаил Ворошилов. Так. Ну вот, смотрите, человек сделал репост. Никакой ссылки своей у него нет, потому что он даже не оказывал помощь. Вот такие люди участвовать в розыгрыше не будут. Как найти нашу группу? Листаем мою стену. Я же могу все записи закрепить. Листаем. И ищем. Вот, розыгрыши призов. Завтра я напишу. То есть я даже за 10 минут 20 часов, то есть без 10:08 по московскому времени я запущу трансляцию здесь ВКонтакте и буду вас всех перенаправлять в YouTube, потому что трансляция будет у нас проходить в YouTube. Я тоже покажу вам ссылочку, куда надо пройти. Для тех, кто еще не в теме, изучите маркетинг, у вас осталось ровно одни сутки. Так, все рассказала. Вроде все рассказала. Значит, тогда до завтра. И ждем вас в нашу команду лидеров. Все тогда. Пока-пока.